Сегодня такая интересная тема Натальи Правдиной, ее видео «Как встретить достойного мужчину». Татьяна Салмановна сегодня ходила в магазинчик, так что вот, сходила в магазинчик 7 шагов, сделала покупочки за мои наличные денежки. Кстати, когда я вышла, у нас лестница на первом этаже закрыта, парадная дверь закрыта, так что на втором, до второго этажа, там пешочком по черной лестнице. Вот такие вот дела. В общем, вышла, смотрю, те же мужчины, которые красили, не, клали плиточку, вот, теперь красят. Они красят, красили дверь входную на черной лестнице. Также дверь, там где этот, помойка, ну и стеночку. Вот. Ну и вообще, когда я так вышла, смотрю, они двое, еще человек 5, и думаю, надо же, как-то вот это вот, сколько вообще там это мужчин таких вот этих. А так по очень хорошей цене, между прочим, и дынька, обратите внимание, а, Татьяна Салмановна любит дыни, ах, эти фрукты. Дыня-торпеда по очень хорошей цене в магазинчике 7 шагов, так же, как и помидорки. Вот. Ну, конечно, гуляш, соевый гуляш. Татьяна Салмановна любит кушать соевый гуляш с макарошками. Так что буду сейчас делать себе такой салатик. Помидорки, огурчики. Огурчики у нас свои. Вот. И, конечно, цукини, жарить цукини. Обратите внимание, купила рапсовое масло, посмотрела, что оно там, думаю, ладно, куплю рапсовое масло, оно, знаете, там заявлено было по 70 с чем-то рублей, 70 с чем-то рублей, на кассе оказалось, что оно стоит где-то 90-99, вот, ну, рапсовое масло, подумала, где салатика, делаю сейчас салатики, вот, варю макарошки, вот такой фирменный салат моего такого ресторана красоты Ла Кафе де Бьюти. Ну, а также денежный кофе. А вот Татьяна Салмановна сегодня денежный эксклюзивный кофе был. Сейчас Татьяна Салмановна заснимет что-нибудь такое эксклюзивное.